Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto G9 Play. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа, находим и нажимаем на нее, чтобы ее включать или выключать. Если хотим настроить, зажимаем на ней пальчик, переходим в точку доступа Wi-Fi. И здесь мы можем настроить название точки доступа, можем скрывать наше устройство. Можем настроить защиту, можем изменить пароль. Также можем настроить диапазон частот и можем управлять устройствами. Здесь у нас есть разрешенное устройство, можем добавить туда. Также настроить ограничения по количеству устройств и посмотреть, какие устройства подключены. Также можем включить автоматическое отключение, если никто к нам не подключается. Вот, на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.